Добрий день, шановні друзі. Коли на вищій сходинці підестали пошани Олімпійського лейк-плесіду, з очей моєї сьогоднішньої співрозмовниці котилися сльози, слідом за нею плакав весь Радянський Союз. Сьогодні у нас в гостях велика спортсменка сучасності, триразова олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з фігурного катання Ірина Родніна. Вы чувствовали, что Советский Союз не любит в мире вот на себе ощущения? Ой, ну не то слово. Знаете, так как вот сегодня говорят, что вот к России такое предубеждение, к нам плохо относится, Господь с вами. Тогда то, что мы испытывали, во-первых, даже название страны, как Советский Союз, никто не знал. Ведь самое смешное, вот самый первый раз в 69-м году, я помню, мы встречались в Америке со студентами, которые изучают русский язык, Колорадо. И даже они, вы знаете, мы поняли, что объяснять, что такое Советский Союз, это было бестолку. Россия. Россия. Вы знаете, еще задолго до того, как вот страна стала, вернула себе это имя, мы уже тогда говорили Россия. Но вы понимали, за что не любят Советский Союз вот внутри? Честно говоря, не очень. Побывав в Швеции даже первый раз, вы понимали? Честно говоря, не очень. Понимаете, во-первых, как вам сказать, ну, мы на все смотрели, мы же не могли разговаривать особенно. Мы смотрели, ну, вот так, из автобуса, вот куда-то передвигались. Я помню, что вот в 69-м году получилось так, что, представляете, чемпионат Европы мы выиграли. Прилетели буквально на 3 дня в Москву, что нужно было поменять паспорта, прививку сделать, значит, от чего-то, я уже не помню, по-моему, от оспы, потому что в Америку не пускали без этой прививки. Сразу же мы улетели обратно. То есть не обратно, а улетели в Америку. Там чемпионат мира, потом целый месяц турне по Канаде и Америке. Да. Потом еще полмесяца турне было по Европе. И вот, наконец-то, когда мы прилетели, естественно, в первый вечер я родителям все рассказываю, подарки достаю. Вообще, знаете, как странно, когда вдруг за практически 2 месяца ты все понимаешь. Кто на каком бы языке ни говорил, в общем, странно так ходить по улицам, вообще вот где ты вокруг, и все понимаешь, потому что мы столько успели поменять страны, городов. Вот. И когда я вот это все рассказывала, я очень хорошо помню лицо папы. Папа все-таки политработник военный. И он мне сказал, значит, дочка, вот ты вот здесь все рассказала. Нет, это мама сказала. Он говорит, вот, Ир, ты здесь рассказала? Забудь. И больше это никому не надо рассказывать. А папа совершенно со своим таким вот, знаете, вот, военный. Он говорит, это американская пропаганда. Я говорю, подожди, какая пропаганда? Я же по-английски ни одного слова не знаю. Я говорю, я же рассказывала то, что вот мы видели, то, что мы пережили. И даже очень многое мы, может быть, и по-другому оценивали. Но все равно это была, вот для него это была абсолютно американская пропаганда. Когда Белоусова и Протопопов сбежали за рубеж, вы осуждали их? Ну, они не сбежали, они уехали, я бы так сказала. Знаете, я даже не знаю. Ну, это шок был для советской системы, правда? Чемпионы такие. Ну, вы знаете, дело в том, что в других видах спорта это как-то происходило, в фигурном катании такого никогда не было. То, что ему очень много не нравилось не только в этой стране, а в его жизни. Протопопову. Да. Знаете, вообще мне, наверное, очень сложно говорить, потому что вот понять, я никогда не проиграл. Это я дико этого боялась. Знаете, удивительный случай в спорте. Я поэтому безумно работала. Я видела многих, проигравших. Очень многих спортсменов, которые проиграли. И это такая неизлечимая рана. Вот я видела Власова. Причем мы, когда ходили в зал штанги, мы ходили тоже работать. Юрия Петровича вы имеете в виду? Да, Юрия Власова. И он как раз была попытка его вернуться. Проиграл. И его тренер Багдасаров, я его тогда еще спрашивала, потому что он нам очень помогал, Багдасаров. Я говорю, ну как вы думаете, он вернется? Я говорю, он покажет. И он мне тогда сказал, нет. Я говорю, почему? Ну, мне тогда совсем было лет, наверное, 16-17. Он говорит, знаешь, есть спортсмены, которые постепенно идут к результату. И не только спортсмены, а люди в жизни. Вот они выше, ниже, повыше, пониже. Ну, то есть они постепенно, то есть они готовы ко многому. Ступеньки. И к падениям, там, на 1-2 ступени подняться, на 1-2
ступени. А есть люди, которые вот так ворвались. Если они упали, это, говорит, как правило, так и не возвращается. Я это запомнила вот просто. Вы знаете, я видела, как вот Власов... Вот. И потом, знаете, что удивительно, когда я его видела уже через много-много лет... Он как раз был первым депутатом первого съезда народных депутатов. И знаете, я видела, что все равно в этом человеке обида. Это не зажило. Да, да. И вот я видела и других спортсменов. И когда мне говорили, я на соревнованиях никогда не боялась. Но я боялась, и я работала еще до соревнований. Вот как только начинался новый сезон, вот чтобы не прийти на соревнования вот с этим ужасом, я делала все, чтобы это было еще до того. Ир, ну до вас наверняка доходили слухи, что Белоусов и Протопопов как-то устроились, что у них есть деньги какие-то, они выступают в ледовых шоу. У вас не было мысли остаться когда-нибудь за рубежом? Да нет, никогда, во-первых, потому что я знаю, как они остались. И должна сказать, что мы буквально были через 3 дня в Вене. И нас, конечно, предупреждали, с нами разговаривали. Не общались. Нет, не то, что не общались, что будет масса вопросов. Потому что это буквально было через 3 дня. И, знаете, самое удивительное, что вопросов-то практически не было. То есть я поняла, что это вот там на Западе как бы это не сверх какое-то событие. Во-первых, это уже уехали спортсмены, которые сошли с Олимпа. И люди в возрасте. А, во-вторых, насколько мне известно, они не просто ведь там гонорары-то у них как раз были копеечные, по большому счету, потому что двухразовый олимпийский чемпион на те мизерные деньги, на которые они катались, это действительно были небольшие деньги, они остались, им просто выпало счастье получить наследство от одной прошлым дармы. Они это всячески скрывают. Я это узнала совершенно случайно. И когда я об этом первый и второй раз сказала, они были на меня дико обижены. Большое наследство? Не знаю, думаю, что не очень большое. Наследство на предъявителе, есть такая форма. Вот. Но, знаете, дело в том, что психологию людей, которые всю жизнь свою посвятили этому делу и проиграли, я даже не пытаюсь это вот, знаете... Осуждать, да. Вот когда я была моложе, мне это было вообще непонятно. Ну, проиграл. Вы знаете, я достаточно спокойно к каким-то моментам относилась, хотя я была совершенно профессионально вот во многом работала, и меня долго к этому подводили, это не то, что случилось в один день. Но сказать, что это была моя мечта, идея, вот просто ради которой я могла совсем расстаться, нет. У меня было и много других жизненных таких увлечений. Просто очень хорошо мне четко вот объяснил Жук, что вот этот период, который ты можешь провести в спорте, он очень короткий. Очень короткий. Все остальные радости ты можешь в жизни получать. Но это вот есть вот буквально... У кого 3, у кого 4, у кого 6. У меня оказалось дольше. 12, наверное, да, где-то больше. Да, но это все равно очень короткий период. Понимаете, вот на мой успех это мало кто может рассчитывать. Сейчас, когда уже спорт стал более профессиональный, и спортсмены стали относиться непрофессионально к тому, что они показывают, а профессионально к тому, как долго они могут это показывать. И это уже стало бизнесом и... И хорошим бизнесом, но, понимаете, уже на лишние какие-то травмы ради кого-то, моральных каких-то вещей уже мало кто из них идет. По такому льду не заставишь кататься уже, как в Медео, правда? Наверное, нет, но это было как раз очень так смешно и интересно, хотя любой спортсмен, человек очень увлекающийся, мы можем на что-то... Ира, ну когда вы в «Зените славы» ушли и перешли на тренерскую деятельность, это правда, что новые ваши коллеги по тренерской работе предлагали вам покушать дерьмо, как они? Ну, я, во-первых, не сразу ушла. Не то, что я ушла сразу. Я год поработала, 11 месяцев, вернее, в ЦК Комсомола. У меня изначально было сразу желание вот выйти за этот меловый круг. Ну, не знаю почему. Должна сказать, что... Если бы вот сначала не Жук и два моих партнера, и в меньшей степени Татьяна Анатольевна Тарасова, я была очень одинокий человек в команде, потому что мало с кем... Я общалась. Личность. Но мало с кем дружила. Во-вторых,
знаете, вот опять же, чему научил Жук, что только дурак дважды может на одни грабли. Вот чем и отличается высококлассный спортсмен и любой человек, который занимается, я не знаю, бизнесом, политикой, любой человек, который хочет что-то добиться, из любой ошибки никто не гарантирован. Он делает такой вывод, что второй раз он эту же ошибку никогда не допустит. И приходилось очень от многого отгораживаться, потому что такие моменты, как, знаете, я вот никак не могу понять, если за ревность могут иногда человека оправдать, потому что ревность – это такое чувство, что человек не всегда может... Неконтролируемое. Зависть – это абсолютно, извините, оттуда же. Только ревность – это касается одного, двух, трех личностей. Зависть, примерно, это абсолютно что, одного вам поля. Вам прямо так и сказали, поешь теперь дерьмо? Ну, мне примерно было так сказано, что вот там позвездило, а теперь вот давай, вот как мы тут все. Обидно стало? Да, конечно, нет, потому что... Потому что люди... сильная. Да нет, во-первых, те люди, которые мне сказали о звездности, они, во-первых, и не знали, что такое звездить, они никогда на таком уровне не работали. Понимаете, во-вторых, есть люди, которые соглашаются... и ломаются под это, чтобы это дерьмо кушать. А есть люди, которые... Ну, у меня другие вкусовые качества. Поэтому я слышала это от тех людей, которые сами-то никогда не летали. Почему я всегда говорю, знаете, вот полетать... Чем прекрасен спорт? Вот когда ты поднимаешься на пьедестал почета, он может быть разным. Он может быть олимпийский, он может быть, я не знаю, района, города. Я не говорю только о спорте. Вот один раз, постояв на этом месте, это чувство, которое вот или ты им загораешься и дальше уже идешь, или оно тебя успокаивает. Что уже один раз это у меня в жизни было. Но большинство не успокаивает. Но кто постоял один раз, это уже все. Это да, это не передать ни словами, ничем. Это вот это место, как правило, тебе вот дает ощущение полета. У тебя абсолютно вырастают крылья. И у тебя есть желание летать. Тот, кто это никогда не испытал, он очень по-другому к этому относится. Правда ли, что партнеры на льду в жизни в основном почти всегда являются любовниками? Не всегда. Не как всегда. Можно вообще... И многие пары через это прошли. У многих были, естественно, попытки как бы попробовать. Это естественно, знаете, это постоянно естественно желание. Постоянно трогаешь друг друга, правда? Да нет, как раз трогаешь, это вот абсолютно. Вы знаете, я как раз первый раз об этом услышал. Дело в том, что для спортсмена, вот во всех случаях, вот в этом виде спорта, для меня тело – это инструмент. И за что меня трогают, это не важно. Главное, чтобы получился главное, элемент... Главное, как трогают. Нет. Главное, чтобы получился элемент, чтобы он был для меня безопасен. А то, что это колено, бедро, там, плечо, я не знаю, спина. А для партнера каково? Не знаю. Вот здесь ничего не могу сказать. То есть это происходило не всегда? Это не всегда происходило. И очень многие пары, естественно, поддавались каким-то романтическим и близостью, физической близостью, и пониманием физического друг друга. Многие... понимали, что вот есть работа, а есть еще что-то, и это несовместимо. Но уже попробовав, вы понимали, что перешагнуть через это можно работать. Многие создавали семью или более длительные отношения. Многие распадались. Здесь вообще рецепта нет никакого. Вы были влюблены в Алексея Уланова? Нет, никогда. Он вас? Лешка очень странный человек. Я помню, что... Когда мы с ним самый первый раз разбежались, мы с ним несколько раз разбегались. Вот. И он тогда, когда объяснял, он говорил, что, понимаешь, вот я хотел кататься в паре, создать семью, вот чтобы мы... И когда мне было тогда лето 18... Какая семья? Какой семье? Учили, что еще и чувства-то этих вообще даже не испытал и не понял. Но вы чувствовали, что он в вас влюблен как-то? Нет. Я думаю, что вот он как бы умом понимал, что вот, может быть, и у него, потому что очень тогда в тот момент было плохо в его родной семье, там, он же до этого катался с сестрой,
Понимаете, пойти на такой поступок, что расстаться, кататься с сестрой, кататься с другой девочкой. И дома это целая трагедия была. И его мама пробегала на лед, вообще устраивала истерики. А отец тихонько, так, чтобы не замечала, особенно мать не знала, его поддерживал. У Лёшки была нелегкая в этом плане ситуация. Ну, была такая пара Смирнова-Сурайкин. И Людмила Смирнова была женой Алексея Уланова, я знаю. Он с ней хотел кататься в паре. Правда ли, что он вас специально однажды уронил, чтобы кататься в паре со Смирновой? И вообще, честно говоря, когда я помню, Жук это сказал, мне было так странно. Это сказал Жук? Он сказал, да. Но мне было странно от него это слышать, потому что, как любой профессионал, особенно тренер, я уже потом, поработав тренером, во-первых, когда катаешься в паре, ну как-то не доверять партнеру. И никто не застрахован от ошибок. Лед, во-первых, не гладкий, уставший, что-то не сложилось. Знаете, никогда партнеры друг другу специально что-то вот или назло делать такое, это так не сыграешь. Чувство к Александру Зайцеву с вашей стороны было или просто пришло время выбрать мужчину и жить с ним? Нет, ну так уж прям совсем грубо выбрать мужчину, это же так совсем примитивно. Вы знаете, было огромное чувство доверия и уважения к нему. И мне показалось, что вот с ним я буду более защищенной. Но вот чтобы ах, любовь и все, такого не было? Не было. Может, я еще была не готова вот к такому ах. Вы знаете, это ведь человек должен быть готов к этому. Это правда, что Александр Зайцев сильно пил? Сашка, нет. Он, знаете, это все время очень преувеличенная вещь. У нас, вы знаете так, у нас пила вся страна. Я могу сказать точно, я ушла из ЦК «Комсомол», потому что я поняла, что мне надо там или играть в эти игры, спиваться. Ну, вот. Это святое, ЦК «Комсомол». И ЦК партии, и профсоюзы, и городские, и местные. Знаете, у нас страна здорово пила. Здорово пила. Ну, очень хорошо в этом плане. Я всерьез вспоминаю, как сказал Путин. Знаете, мы соринку-то другого в глазе, заметьте, мы бревна у себя в глазу. Вот все, что делали другие или делают, это мы всегда видим. Это нас возмущает или удивляет. А вот то, что сами примерно то же самое все делаем, если еще не хуже. У Саши был период, когда ему стало скучно в жизни. Когда мы начинаем пить. Когда нет дела, которое тебя греет. Нет, а после такого, что может быть нет дело? Нет или уже мужчины, или женщины, или вот чего-то нет. Вы знаете, это вообще трагедия очень многих. Вот я всегда была на стороне спортсменов и буду. Потому что я сама через это перешла. Знаете, спорт, особенно если ты вот добился больших результатов, большего допинга, чем спорт вообще в жизни. Уходит стимул, правда? Во-первых, то, что ты пережил, вот это на каждой тренировке, на соревнованиях, вот эти смены, борьба, вот победа над собой в первую очередь. Это вот по эмоциям, причем эмоции, которые ты, как правило, не должен нигде показывать, их должен еще при этом как тигра в клетку засовывать. Вот найти второе дело, плюс если ты еще при этом очень успешный, второе вот по такому накалу, по такой отдаче, когда ты все, ты можешь и на личную жизнь, и на учебу, и вот все забыть, вот только этим жить, найти второй раз такое дело практически не получается. Когда у Александра Зайцева спросили, когда вы почувствовали себя третьим лишним, он ответил, когда закончили кататься, Ира пришла и сказала, я влюбилась. Что это была за ситуация? Нет, это мы уже давно как закончили кататься. Ну, это так, он образно, он собрал сразу несколько лет в одну кастрюлю. Знаете, мне казалось, что с Сашей мы с ним прошли через такое. Вот, и мы научились, и я за него много раз вставала. Он для меня был очень надежным партнером на льду, не могу сказать, что в жизни. Вот эта надежность его, абсолютное понимание на льду в жизни не переросло.
И получилось так, что и на льду я была как бы таким, знаете, даже... Вот очень часто говорят, лидер не тот, вот, который как лидер, а тот, который вот за собой тянет. То есть я была во многом очень... Локомотивом. И тягачь, и толкачь, и все вместе. И когда с этим же столкнулась в жизни, вот дома... Встали. Знаете, даже не то, что устала. Любая женщина, особенно, мне кажется, вот в нашей стране, особенно учитывая нашу литературу, и вот мы всегда ведь мечтаем о принце. Ну, если не принц, то, по крайней мере, человек, который тебя... прикроет. Ты любима, ты любима. Он, вот, знаете, вот я всегда говорю, что я вот дважды была замужем, но я ни разу не была замужем. Это совершенно вот разные ситуации. Какой должен быть муж, чтобы вы были замужем? Это невозможно. Это глупость. Почему? Я очень ласковая, нежная и послушная. Но вы же такой лидер. Каким должен быть муж? Он должен быть прежде всего самим собой, понимаете? Не надо вот никому пристраиваться. Чем и прекрасен вот парень, спорт, понимаете? Его особенности, мои особенности, вот их вместе соединить, потому что никогда вот одного под другого неправильно делать. Тогда... Вы встретили вот принца жизни. Тогда? Но мне вот казалось, что Зайцев, он, понимаете, он поймет, если у нас нет такой безумной влюбленности, он был влюблен, точно, у меня не было. Понимаете, может быть, потому что я еще тогда не совсем оттаяла, вот я была вся вот в этом. То я была уверена, что это человек, вот, за которого я могу... Вот, знаете, вот. Мне не надо было за него прятаться, но я знала, что у меня спина прикрыта. А когда я стала получать стрелы в спину, и не только плевки в лицо, а и стрелы, то вот здесь наступил такой момент, что... А надо ли это? Если человек не умеет, и не может, и не хочет это делать... Тогда это уже вот, как сказать. А потом еще, когда пошли такие моменты, когда чисто человеческое предательство, то у меня были развязаны руки. Понимаете, вот чувство свободы в каком плане? Не то, что я свободна, да. А у меня уже нет моральных обязательств. И я уже была, в общем-то, наверное, я готова, спорт ушел, ответственность ушла, нагрузка ушла. ЦК комсомола, слава богу, ушел. Да и комсомол, вы знаете, я вам должна сказать, слава богу, что я там поработала. Почему? Потому что, во-первых, у меня был очень хороший такой переход от большого спорта к жизни, к нормальной. И, может, я оказалась в окружении, где работали достаточно энергичные, очень амбициозные мужчины. Я была в отделе одна женщина. Но какая? Это другой вопрос. Ну, знаете, это вот я с другим столкнулась. Я много ездила, я впервые увидела страну не по каткам и гостиницам, а совершенно другую громадную страну. И вы знаете, вот очень часто говорят, неужели вы не... Да не видели мы, что очень много творилось в стране. Знаете, когда я вкалывала по 8 часов, и мне бы отоспаться от одной тренировки до другой, еще вот это сделать, костюмы померить, музыку найти... Ну, масса всего, вот, понимаете. И телевизор-то мы даже не смотрели. А когда вот все это закончилось, и я стала ездить по стране и сравнивать то, что я видела в других странах, то, вы знаете, мне так стало обидно за этих людей. Мне было даже обидно, когда я выбивала своим родителям, оба прошли войну. У меня мама прошла польскую, финскую, все отечественную, и в Китае закончили войну родители. И мне приходилось выбивать им, помогать с жильем. Вот это очень тяжело это все понимать. Поэтому, если говорить о комсомоле, я благодарна то, что вот этих 11 месяцев я очень много увидела. Я увидела другие отношения. Я увидела другую страну. Я увидела ту страну, которой я никогда бы не гордилась. Человек, ради которого вы бросили Зайцева, был принцем или нет? Вы знаете, я его не бросила. Дело в том, оставили. Что дело и даже не оставила. Дело в том, что к этому моменту мы уже с ним не жили вместе. Исчерпали отношения. Просто. Мы как бы продолжали существовать в одной квартире, но уже семьи у нас не было. Этот человек оказался принцем? Вот на такой очень короткий период. Но хороший период. Хороший. Хороший. Вы знаете, я ему очень благодарна. Во-первых, то, что
я испытала эти чувства, то, что у меня родились такие чувства, то, что я получила ответные очень чувства, то, что у меня замечательная дочка. Вообще я обоим моим мужьям благодарна за детей. Вы уехали в Америку, у вас родилась дочь Алена, как вы сказали. Нет, она родилась здесь, в России. Символ большой любви. Абсолютно, да. А затем цитата. «У мужа появилась подруга. Он пытался всеми законными способами отобрать дочь. Были моменты, когда хотелось сесть в машину на полной скорости с обрыва». Это действительно правда? Это, в общем-то, правда. Вы знаете, дело в том, что, наверное, я вообще в это такое странно. Для меня машина очень много значит. Это вот мой мир. Я могу и плакать, и ругаться, и с собой разговаривать, и на всех кричать. И в машинах своих, я вот, у меня было много разных, я пережила очень много. Вот это абсолютно, если говорят, вот есть подушка, куда женщина может поплакать. Вот мой мир – это машина. Столько, сколько мои машины пережили, и они и бились, и ломались. Это потому что мои отношения, вот, понимаете, и когда машина начинает давать сбой, значит, я ее уже, знаете, я ее доконала, эту машину, по большому счету. У меня на полном серьезе хотелось с обрыва? А вы знаете, у нас гора такая, вот где я жила, вот я так смеюсь, все, гора. Там действительно было очень много таких вот моментов, потому что абсолютно военно-грузинская дорога была. Плюс, когда выпадал снег в Южной Калифорнии, это катастрофа. Катастрофа, абсолютно. Вот, и столько я насмотрелась. И, вы знаете, вот так, в принципе, один раз чуть-чуть не повернуть руль. И вы сильная женщина, столько прошедшая, вот так вот думаете? Да нет, это слабость, конечно. Были моменты. Вы знаете, наверное, в чем и моя сила. Я открываюсь и говорю о тех моментах, которые я пережила, которые мне уже не больно. То, что еще пока у меня болит, я никогда никому не открою. А если я говорю об этом вслух, значит, это уже прожито. Это отболело. И я думаю... Моменты слабости есть у любого человека. И стесняться их не надо. Вот когда мне говорят, мужчина не плачет. Плачет мужчина. И я уважаю как раз того мужчину, который может заплакать не пьяными слезами. Говорили, что когда в Америке у вас перестала складываться личная жизнь, вы начали тихо в одиночку спиваться. Это вранье? Ой, да не спиваться, я спиваться. Вы знаете, я вам говорила, что я привыкла к тому, что у нас были вот семейные обеды обязательно в воскресенье. К бокалу вина даже в спорте я привыкла. Дело в том, что дети спят, а я одна. Здесь катастрофа как раз не спит. Вот я абсолютно чокалась со своим же отражением в зеркале. Это было одиночество? Вы знаете, я бы не сказала, когда ты с детьми, когда у тебя есть работа, ты никогда не одинок. Уединение. Это была замкнутость. Потому что вот ты оказался в таком пространстве, откуда ты сейчас уехать не можешь. Вот, знаете, во-вторых... В стране родной, черти что. Даже не то, что черти что. Меня это даже черти что больше интересовало. Но никто не ждал, наверняка. Ситуация, правда, когда помимо твоей воли ты обязан эту ситуацию... Вы знаете, это абсолютно для меня в какой-то период Америка оказалась такой золотой клеткой. Хотя, прожив там много лет, я очень многое люблю в Америке. Я очень благодарна в Америке. Знаете, чем? Там есть что любить? Нет. За то, что я там снова состояла. Как тренер? Как тренер, как человек. Знаете, приехав туда, вообще не зная английского языка, я абсолютно разобралась. Я очень быстро сошла с контракта, потому что я поняла, что мне это невыгодно. Я научилась... распоряжаться деньгами, зарабатывать, быть независимой. Ваша пара стала чемпионами мира Чехии, правда? Чемпионами мира чисто вот профессионально. Как это далось? Это еще тяжелее, чем было в спорте. Причем я это все начинала в тот момент, когда я не стояла на коленях никогда. Но я была в таком падении. Знаете, я знаю, как физически падать. Ну, встал, потер это место, или тебя вынесли со льда, там, подлечили это место. Но чисто в моральном таком, в дауне, я никогда не была. И вот подниматься самой, умерла мама, при смерти папа, двое детей. Вы знаете, вот это абсолютно чувство голой спины, которое у меня практически никогда не было. Вот тогда я испытала, что такое вот голая спина. Потому что вот на тебя еще кто-то облокачивается, а тебе уже там больше некуда падать.
И из этого состояния выйти, это больше, чем выиграть олимпийскую медаль, скажу честно. Это правда, что ваши дети не любят фигурное катание? Ну, я думаю, что большинство детей, люди, которые в чем-либо добились результата, и даже не результата, отдают большую часть жизни, времени вот своему делу, дети не любят это дело, они ревнуют. Это есть, мне кажется, это настолько естественно. Я думаю, за эти годы вы сформировали какой-то образ мужчины, который вам близок, который бы вам подошел, который бы вам нравился. Какой он, этот собирательный образ мужчины? Ну, во-первых, состоявшийся человек, самостоятельный, знаете, вот мне всегда было очень важно, чтобы во мне уважали мое. Я даже всегда, знаете, корова была, что вот мы к тебе так относимся, не потому что ты олимпийская чемпионка. Я олимпийская чемпионка. Я на это положила очень много сил, здоровья, и не принимать это, и не принимать это во внимание. Знаете, очень многие говорят, ну, в том смысле, что мы тебя воспринимаем как человека, а не твои заслуги. То эти заслуги от моих человеческих качеств неотделимы. Поэтому для меня это, вот, когда вот это говорят, это не потому, что такое похвала мне или вот уважение, а не уважать вот это во мне, даже если это в чем-то по-другому настроило мой характер или изменило мою жизнь, потому что этому было очень много отдано, и это были мои годы. Вот я хочу тоже в человека уважать. Понимаете? И уважать вот не потому, что вот там банковские счета или вот еще что, просто в нем уважать, даже если он, знаете, вот не каких-то таких безумных высот, может быть, его деятельность или его достижения, они не... Знаете, я все время на виду, на глазах. В этом и сложности, в этом и, наверное, где-то и прелесть, но больше, может быть, даже сложности. Вот человек, прежде всего, хочется уважать его «я», его целостность. И любовь к жизни. Знаете? Потому что вот когда ты любишь жизнь, тогда в тебе все это есть. И чувство юмора, и путешествие, и красивое тело, которое ты сам формируешь. И все вообще вкусности жизни, которые есть, они всегда. Вот если у тебя есть это чувство любви. Немножко бестактный вопрос. У вас есть сейчас любимый мужчина? Ну, я похожа на одинокую женщину. Нет, совершенно не похожа. Чем сейчас занимаются Уланов и Зайцев, вы знаете? Вы общаетесь с ними? Конечно. Конечно, Леша в Америке. И должна сказать, что и та его семья не сложилась. Потому что строить семью только на фигурном катании – это очень тяжело. Лешка работает в Америке, периодически сюда приезжает. У него очень хороший старший его сын. Я его... встречала в Питере. Вот. И Люду несколько раз видела. Саша был в Америке. Он сейчас у нас много раз пенсионер. Он здесь в основном вот в Москве. Когда вы встречаетесь с одним и другим, ничего тут не ёкает, все нормально? Да, честно говоря, ничего не ёкает, потому что мы периодически с большей, с меньшим всё отъёкало промежутком. Уже, наверное, да? Во-первых, общаемся и встречаемся. Что может ёкать? Чувств давно нету. Есть взаимное уважение друг к другу. Уже такие годы прожиты. Понимаете, прожиты по-разному. Каждый и падал, и ноги сбивал. Ой, и ошибок наделал всякого. Понимаете, и... Мне кажется, у нас остались хорошие, добрые чувства, потому что мы признаем друг другу эти ошибки. И те уколы, которые мы делали. Мы, конечно, делали. Вы думаете, что я, конечно, я хоть и мягкая, и добрая, вот, но мне с детства всегда было очень обидно, если вот ко мне несправедливо относились. Я могла и подраться запросто. Вот, знаете, и вот потому что вот когда вот у меня несколько раз это чувство возникало, потому что когда ты словами не можешь человека достать, потому что вот, или у кого-то стена, или вот у него такая бегемотовая кожа,
то вот абсолютно детское чувство остается. Сделать человеку физически больно. Смешно при моем, может быть, росте и комплекции, но иногда это очень хочется сделать. Но вот это было у каждого. И не потому, что мы это простили, а потому, что уже годы прошли. Переросли. Уже переросли, и уже о чем-то со смехом вспоминаем, и с юмором, потому что у каждого уже сейчас другие проблемы, дети. Вы сказали, ноги сбивали. Я смотрю на ваши красивые туфли, и я читал, что когда вы надевали новые ботинки, вы стирали ноги до кровавых ран вообще. Ой, это катастрофа, не надо. Я в этом плане совершенно была ненормальный человек, потому что я ботинки меняла раз в два года. И когда я меняла ботинки, вот все знали, что если я худела, ко мне лучше близко не подходить. Ну, естественно, характер портит. И когда я ботинки обкатывала, это тоже лучше меня было не трогать неделю, по крайней мере. Травм было много у вас? Знаете, с одной стороны, наверное, было много травм. С другой стороны, наверное, я все-таки вышла без каких-то таких травм, которые остановили бы вот мои сезоны спортивные или остановили мое движение вперед. Хотя травмы были тяжелые. Во-вторых, знаете, я помню вот один раз у нас такой вот чемпион мира Вова Ковалев был. Да, одиночник, да? Одиночник. Когда он первый раз выиграл этот чемпионат мира, где-то мы оказались на одной встрече. Вова начал рассказывать, его кто-то спросил, как вам. И как он начал рассказывать, как ему вот это тяжело, вот это тяжело, вот это тяжело, вот это тяжело. А почему же мне это не тяжело? Мне вот здесь. Ну, вроде тяжело, но не настолько, чтобы уж всем жаловаться. А это, ну тяжело, но ты же это пережил, перешел через это. Это совсем не то, что... Он одиночник, он сам, а вы делили с партнерами. Нет, понимаете, это опять, насколько человек это характер. Все... Даже не характер, воспринимает. Понимаете, я всегда смеялась. У меня был один очень смешной такой момент. Я, может быть, так прыгаю. Вот как раз у меня вот только такие романтические отношения с моим вторым будущим супругом. Знаете, просто нас загнали в клетку абсолютно. И у меня на работе проблемы, у него на работе. Все мое, как бы, общество меня не воспринимает в этом новом романе, как им казалось, хотя для меня, мне казалось, что это уже больше, чем роман. И проблемы и дома, и Саша маленький. Ну, в общем, катастрофа. Мы даже снимали квартиру, и вот выходим с ним в московский двор, выходим, и сзади нас хлопает эта парадная дверь из подъезда. И стая с жутким криком ворон поднимается над мусорным ящиком. И знаете, вот серое небо, ну все, вот куда ни тыкнись, все, вот какие-то проблемы. И я ему говорю, Ленечка, ну посмотри, я говорю, птички летают. И он так на меня смотрит, говорит, Ариша, это вороны. Знаете, вот можно любую ситуацию. Вот одному все больно, а другому, ну да, в этом, это тоже часть нашей профессии, понимаете? Уметь превозмогать себя и проходить через эту боль. И знать, что эти травмы или неправильное твое действие техническое, или методическая ошибка тренера, или твоя неконцентрированность в этот момент усилий. Очень во многих травмах ты виноват сам. Значит, ты это получил, ты сам это должен и пережить. В том, что прямо на льду умер чемпион мира Сергей Гринько, виновато фигурное катание? Нет, конечно, нет. Виноват, наверное, никто. У Сережи было сердце больное, ему досталось это по наследству. Просто, наверное, когда он был в спорте, за нами все-таки врачи ходили. И нас достаточно серьезно очень обследовали. А когда ты стал профессиональным спортсменом, то ты или должен тратиться хорошо на врачей, или следить за своим режимом. Вы вспоминали тайбобилонию Рэнди Гарднера. Правда ли, что прямо из Лейк-Плейсида Гарднер попал в психушку, а тайбобилония увлеклась наркотиками, у него была передозировка? Ну, нет. Психушка – это наше слово, психушка. У него был просто психологический срыв. Он попал действительно в больницу, потому что для него это была очень тяжелая и стрессовая ситуация. Понимаете, мы же привыкли так, что психушка – это совсем псих. А когда, если у человека есть какие-то надрывы, то
У нас еще такого понятия, что есть психолог, который работает с каждым отдельно, или есть какие-то препараты, которые помогают тебе. Чай не Америка. Да, да. Понимаете, мы же психушка, это так, или диссидент, или совсем уже больной, и вот тебе клеймо ставят, и не выездной на всю жизнь. А у Бабилонии были проблемы с передозировкой? Позже, да? Позже. Они уже катались, когда в профессиональном шоу, у нее был такой момент, но опять это просто сыграли чувства. То есть у него был такой момент не очень взаимной любви. Вы как человек, воспитанный советским обществом, я думаю, советский человек, все-таки никогда не устраивали своей жизни шоу, своей личной жизни тем более. Как вы относитесь к тому, что делает в Соединенных Штатах Оксана Баюл? К ее признаниям, к ее разочарованиям. Знаете, мне эту девочку жалко. Почему я говорю девочка? Потому что она девочка. Она очень экзальтированная девочка. Талантливая девочка? Она талантливая. Она девочка, которая не имела семьи. Никто из взрослых не взялся. Были, я не смогу, я неправильно это сказала. Было несколько человек, которые пытались ей помочь. Она безумно талантливая. Ребенок, который вырос без семьи. Ребенок, который не получил. Она, вот понимаете, во многих вещах она осталась... Я не случайно говорю ребенок. У нее мозги, ее образование остались на уровне ребенка. Когда вы последний раз катались? Ой, совсем недавно. Как раз потому, что вот второй канал предложил мне попробовать... Вот как это называется? Танцы на льду. Да? И вы вышли? Я вышла, да. Я вышла. С кем в паре? С Артуром Дмитрием. Это единственное, да, что я сказала, да, потому что это более надежного партнера. Вот то, что в фигурном катании я имею в виду. Я видела соревнования, я видела его тренировки, я видела его поведение в жизни. Очень надежный человек, очень... Ну, не Зайцев, не Уланов. Нет, ну, Уланов уже не может поднять Зайцев. Тоже уже не может. А, понимаете, парное катание без поддержек – это не парное катание. То есть, с Зайцевым невозможно уже выйти на лед? Нет, ну, Шура очень толстый. Шуре надо похудеть. Хотя Артур тоже не худенький, он мощный. Но, вы знаете, я вам должна сказать, вот я тоже себя как бы проверила. Потому что я согласилась на это предложение и понимала, чем я рискую. Да, риск. Во-первых, естественно, я каталась-то я всего, по большому счету, ну, дней 12 до этого. Тренировались? Да, на льду. Во-вторых, ботинки новые, это катастрофа. Вот вы не случайно сказали, это народ не может понять. У меня вот эти ботинки, на которых я каталась, они пролежали 5 лет. То есть они уже настолько, и причем это не те ботинки, я всегда каталась в очень мягких ботинках. А это уже вот для современных фигуристов ботинки сделаны. Жесткие колодки, я не знаю, только вот с гор на них спускаться. Ну, я для себя просто вот себя проверила. И как? Ну, во-первых, мне надо было привести себя в форму. Я привела себя в форму. Как мне это досталось, могу спокойно сказать. Это ну, последних полтора месяца, это каждый день по 10 километров бега. Это очень ограниченное питание. То есть это последний прием пищи где-то не позже 5 вечера, только салат. Вот. Но я поняла, что я могу это сделать. Не в плане кататься, а в плане победить себя. Ноги вспомнили, тело вспомнило. Ну, что-то вот все, вспомнила, что что-то нет. Да нет, конечно, уже не то тело. Но была органика? Вот вы скользили на льду, он вас поддерживал, подбрасывал. Органика была? Да, конечно, что? Да. Вот, память, вы знаете, тело я снова была? Вот поддержки. Я всегда любила в парном катании. Почему я говорила, парное катание – это очень архитектурный вид спорта. Не танцы, не одиночники. Мы можем и вверх, и в сторону, и различные какие-то, знаете, такие вот не просто переплетаться, как это танцы, все на уровне живота и плеч. А это вот куда-то там вот... То есть настолько архитектурный вид. Вот мне Борзов говорил, что если бы он сейчас побежал, у него бы все поотрывалось на лету.
У вас такого ощущения не было? Нет, ну, понимаете, мы же без фанатизма, как говорится. Мы же делали то, что мы могли делать уже и по своему физическому, и техническому состоянию. И лед маленький, и все. Но все равно это колоссальный труд. Я не спрашиваю, как вам удается так хорошо выглядеть, я уже все понял. Я не спрашиваю о диетах, я уже тоже все понял. Ну, диета, понимаете, она чисто, как вам сказать, связана со здоровьем. Потому что, когда есть такие проблемы, как там и почки, и желудок, и пятый, и десятый. Я одно, что меня научила наша советская медицина. Первое, не попадаться к ней в руки. Да. Второе, знаете, вот каждый раз, вот когда я к ним попадала, я выходила с одним желанием – никогда это не повторить. И делать все в жизни так, чтобы потом не было мучительно больно. Потому что, вы знаете, вот любим. Вы думаете, я поесть не люблю? Думаю, очень любите. Очень даже люблю. Особенно шампанское с салом, с хорошим украинским салом. А потом мороженое? Мороженое я как раз не люблю. Но, вы знаете, есть те продукты, которые вызывают в организме конфликты и революции. Значит, не надо их есть. Значит, не надо этого делать. Потому что понимаете, получается, вот все время в этом наш советский характер. Сначала создать сложности, а потом их преодолевать и чувствовать себя героем. Вы знаете, я восхищаюсь вашим характером. Я только хочу спросить, вы плакали когда-нибудь? Конечно. И плачете до сих пор? Бывает такое? Знаете, ведь самое еще ужасное то, что я достаточно сентиментальный человек. Я могу плакать в кино очень даже. От какого фильма вы плакали последний раз? Я совершенно не могу смотреть никакие насилия, вот абсолютно. Я не могу смотреть всяких этих гадов. Вот любое физическое насилие для меня это уже вот это ужасное. Вот когда мама умерла, слез не было. Ужасно. Ужасно. И больно, и то, что я не смогла приехать к ней, когда она болела, и когда она умерла, и не смогла приехать на похороны. Это очень больно, но от этого слез нет. Есть какие-то вещи, которые человек будет всю жизнь плакать. Ну, по-другому. Вы знаете, и Россия, и Украина, и наши бывшие республики, бывшие страны, они и были, и остаются какими-то неблагодарными по отношению к людям, которые составляют гордость этих стран, этих народов. Я не считаю зазорным, я считаю большой честью сказать вам при всех в глаза, что вы совершенно великая женщина. Спасибо, спасибо, спасибо вам за то, что вы были, за то, что вы есть. И дай Бог, чтобы у вас все складывалось хорошо. Спасибо вам за все. Спасибо большое, спасибо за теплые слова, но я должна одно сказать. Знаете, как, наверное, любая женщина, она совершенно не должна ждать благодарности от ребенка. Так, наверное, и любой человек, мы живем свою жизнь, мы совершаем свои поступки не потому, что должна быть эта благодарность. Вот если с этим жить и этого ждать, то ты этого никогда не получишь. А вот если ты идешь своей какой-то дорогой, делаешь дело, в котором тебе безумно интересно, и при этом это еще и тебе дает в первую очередь удовлетворение, и ты видишь, что это многим еще и помогает, и затягивает в это дело, то вот как-то все само собой тогда и складывается. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях була велика спортсменка сучасності, неперевершена Ірина Родніна.